На сегодняшний день бассейн спортшколы больше напоминает разрушенное строение. Только на демонтаж строители потратили около месяца. Здание в центре города приобретет не только новый внешний вид. По планам много и технических изменений. При проектировании упор был не только на эстетичность и технологичность. Важнейший фактор – безопасность. После ремонта бассейн должен циркулировать по замкнутому циклу. Станет чище и вода, будет проходить фильтрацию. Для здоровья детей, я думаю, что это будет очень хорошо, и этот вопрос больше не будет здесь обсуждаться. При каждом капитальном ремонте, при каждой стройке мы обязательно учитываем и возможность организации доступности для инвалидов, различные вопросы безопасности детей. Обязательно здесь будет и видеонаблюдение восстановлено. Спортзал тоже претерпит большие изменения. После ремонта баскетболисты и гимнасты будут заниматься на новом современном покрытии с хорошим освещением. Предусмотрена и система вентиляции, которой раньше не было в принципе. Всего в спортшколе занимается около 700 человек. Все ждут окончания капитального ремонта. На сегодняшний день мы уплотнились, перешли все на бассейн на юных ленинцев. Там проводятся занятия. Очень тесно нам, но мы готовы потерпеть, готовы ждать. Строители обещают, что в следующем году мы уже зайдем в это новое здание. По планам ремонтные работы будут завершены к началу следующего учебного года. Однако строители уверяют, что если не будет проблем с финансированием, то они справятся на 2-3 месяца раньше. Всего на капитальный ремонт второй спортшколы администрация города планирует выделить 101 миллион рублей из муниципального бюджета. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.